Для корректной установки втулок в лыжи я использую болт на 60 М10, две увеличенные шайбы и гайку. Ну, у меня удлиненная, можно обычную использовать. Установка производится очень просто, вот таким образом. Ставим шайбу, накручиваем гайку. Совмещаем начало захода втулки. Так, чтобы видно было. Все, втулка на месте. Аналогично со второй стороны. То же самое. Все готово.